Да-да, от лица программы «Маскинформ» я приветствую вас и напоминаю, что продолжаются съемки комедийного сериала «Маски-шоу». Приглашаю вас, давайте заглянем на съемочную площадку. Так же незаметно, как заканчиваются теплые дни, подходит к концу съемки нового сериала «Маски-шоу». К тому времени, уважаемые зрители, когда вы смотрите эту программу, полностью сняты несколько серий, а режиссер Георгий Делиев приступил к монтажу первой серии. Сегодня вы увидите, как снимались последние кадры фильма «Маски в ГАИ» и «Маски в колхозе». И начнем мы, пожалуй, с ГАИ. Если в серии есть хотя бы какой-либо намек на автомобили, то на площадке моментально возникают такие люди, как господин Воробьев и господин Ушанов, сотоварищи, и начинают всячески раздувать автомобильные эпизоды. Вот, например, чем закончилась сдача экзамена по вождению у неопытной курсантки. В ролях Наталья Бусько и Олег Емцев. Сейчас. Лейтенант старшой. Олегу Емцеву присвоено... Очередное звание лейтенант. Да, ты самое главное рулем, вот сильно не крути вправо-влево, потому что можешь мимо автобуса проехать. И все. Да, а мне нужно, чтобы... Да, ну это один дубль будем играть, так что... Только один раз, да? Вот одному актеру дал уже указание, а вот дублеру его. Значит, ты пока лежи, отдыхай. Я тебе объясню. Выворачиваешь руль вправо и потом тянешь его на себя и взлетаешь вверх. Вот, сзади срабатывает взрывчик такой, ты не бойся, вот так пригнись, закройся, чтобы стекла не посыпались. Вот, а потом аккуратненько-аккуратненько съезжает вниз. Понял? Все, готовы. Давай. Давайте. Вить, готов? Мотор! Пошел, Виталик! А в это время полным ходом шла подготовка к трюку, который должен пополнить коллекцию автотрюков масок. Вы думаете, на этом все закончилось? Ничего подобного. Ой, что не сделаешь для маски информа. Все, готов уже, я не знаю, у тебя объектив засорился. Но и это еще не все. А вот теперь, пожалуй, все. Для того, чтобы найти этот каньон, режиссерской группе довольно долго пришлось поколесить по окрестностям Одессы. Ну а чтобы заполнить кадр актерами массовых сцен и горизонта, пришлось обращаться в армию. Несмотря на то, что отдельные военачальники и полководцы Одесского военного округа затаили злобу на маски после шоу «Маски в армии», некоторые прогрессивно мыслящие и умеющие понимать юмор военные пошли на встречи и выделили 30 человек для съемок. Как нам кажется, обороноспособность Одесского военного округа не убавилась, а вот на шоу это отразилось с положительной стороны. Молодые люди, обрадованные возможностью сделать что-то полезное для страны, старались вовсю. И хотя в кадре им приходилось делать уже до боли привычную работу, делали они это очень старательно и с огромным воодушевлением.
я познакомился с девушкой культуристкой, вот, а она такая здоровая, а мне стыдно просто, ну, с таким телом и как-то за ней ухаживать, и, вот, я поэтому решил тоже заниматься культуризмом, и вот смотри. Упорство и труд – все перетрут. И Борины упражнения дали положительный эффект. Самая последняя новость на этой неделе – маски увлеклись медициной. Как всегда, перед новой сценой актеры входят в образ. Вот и сегодня Саша Постоленко должен сыграть военного врача в полевом госпитале в серии «Маски в партизанском отряде». Доктор, я буду жить? С кем попало? За несколько часов до съемки художником-постановщиком Гидуляновым была создана палатка, где и разместился военный госпиталь. Туда же доставили различные медицинские инструменты и положили на койки нескольких актеров, которые изображали раненых. Наш главный герой так увлекся репетициями, что в итоге он создал некое существо, которое так понравилось режиссеру, что специально для него был написан целый эпизод. Теперь вся съемочная группа с нетерпением ждет окончания выходных, чтобы узнать, кого же Саша Постоленко пришил и кому. А самое интересное то, что на следующую сцену актеры пришли в полном составе. Так что кто принимал участие в эксперименте с Сашей Постоленко, остается загадкой до сих пор. Неплохой Буратино был сегодня. Лора, все сняли? Да, Лорочка, все сняли, выключайте. Дорогие артисты, всем спасибо, артистам. Но, в принципе, все не сильно-то и ломали себе голову, потому что заняты были до съемки очередной серии. И как бы серьезно ни относилась к работе съемочная группа, на площадке всегда есть место шутки. Оказывается, не такое-то и сложное дело снимать маски-шоу. Ну, знаете, да, про одного скрипача, пантомиму, нет? Ларионова! Юра, перекройте. Нет, это большая, я не удержу. Вот, допустим, это скрипка, это смычок. Однорукий скрипач. Приходит, да. Дяденьки, тетеньки, помогите убогому. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. Снимать? Да. А сниматься все-таки сложно. Попробуйте в таком виде походить по свежевспаханному полю. Или, например, выпить стакан воды. А еще необходимо отбиваться от назойливых гладиаторов. И умудриться не зашибить никого из актеров массовых сцен. А тащить на себе настоящий трактор, думаете, легко? Может быть и да, если у трактора работал бы мотор. Но когда покупали для съемок трактор, то брали подешевле. И, конечно же, без мотора. Выбор натуры – очень ответственный момент. Вы заметили по нашим программам, уважаемые зрители, что маски шоу снимались и в Ялте, и в Нерубайском. В данный момент они снимались в кафе на территории Одесской киностудии, а также в фойе 5-го павильона. А все для чего? Ну, во-первых, так запланировано по сценарию, а во-вторых, чтобы дать возможность художнику-постановщику комедийного сериала «Маски шоу» Гидулянову Валентину Олеговичу построить вот этот шедевр, который вы сейчас в данный момент и видите. Часто ли совпадает то, что вот построено с вашим видением? Ну, как правило, да, потому что нужно свое отстаивать. Этим я занимаюсь всю жизнь. Ну, конечно, это не в природе художника прыгать по экрану. Здесь мы всегда немножко за ним, но экран наш. Так что то, что мы хотим, мы делаем. Это наше лицо, а не то, что вы видите. Здесь
и заметили, что мы в данный момент стоим на автовокзале, а в прошлый раз мы были на железнодорожном вокзале. К сожалению, мы никак не можем доползти до аэропорта. Но именно в этих местах снимаются маски-шоу, а снимают они очередную серию «Маски в поезде». Итак, что же у нас на съемочной площадке? На вокзалах съемочная группа оказалась потому, что маски приступили к съемкам последней серии, которая называется «Маски в поезде». Приготовились! Мотор! Как всегда, огромное количество зрителей сопровождало процесс, что, впрочем, не создавало никаких проблем для движения поездов. А вот одесские таксисты поплатили за свою любопытность. Один из водителей так сильно заинтересовался съемкой, что подъехал слишком близко к игровой машине. И его во время одного из дублей зацепили. Это прекрасно. 10 гривен и все порядка. Твердая украинская гривна свое дело сделала, и таксист оказался очень доволен. Это копейка, это возмущение просто морального ущерба. Довольны оказались и уборщицы вокзала, с умилением наблюдавшие за Володей Комаровым, который в гриме уборщицы довольно-таки ловко обращался с ведром и шваброй. Да и вообще, все сцены, которые снимались на авто и ЖД вокзале, вызывали веселые чувства у реальных пассажиров, которые ничуть не обижались на утрированные комичные образы, которые создавали любимые актеры. Но не только новой серии были заняты маски на этой неделе. В павильоне Одесской киностудии в декорации партизанской землянки снимали завершающие эпизоды масок в партизанском отряде. В традиционной манере смешивания времен и ситуаций сняли эпизод с появлением великой Мерлин Монро. В целом, что касается этой серии, Борис Барский так выразил свое мнение. Все, скажешь, когда лампочка загорится? А, уже горит. Значит, вот эта рука Оксаны, я только спину, ну, потому что желтая. Это я, Борис Барский, я расскажу краткое содержание. Значит, это военно-патриотическое шоу, ну, для воспитания молодежи, потому что у них сейчас нет никаких кумиров, у них кумиры вообще, вон, Элвис Пресли и тот умер. Вот, и они наркоманы все, и поэтому их надо воспитывать, потому что они без воспитания просто под горку скатятся, скатиться легче, чем подняться, потому что тяжелее. Вот, и в нем рассказывается, значит, о малоногвардейцах, гвардейцев. Вот в этом шоу рассказывается, значит, и там одна девушка, Ульяна Громова, она, значит, работала разведчицей в фашистской организации, в какой-то патриотической фашистской организации, немецко-фашистской. И она встретила парня и полюбила его. А парень, значит, Олег, который, ну, Друшляков, Олег Друшляков, он работал, значит, летчиком-испытателем космического корабля, и у него корабль упал в дремучем лесу, и, короче, ну, он как-то высвободился, потому что катапульта сработала, и он упал, значит, в этом лесу и за ветку зацепился этим рюкзаком, вещмешком, в котором сложенный парашют такой. Вот, и он обрезал лямки, и когда падал на землю, он, ну, упал на белку, и у него подломилась нога, и он потом долго полз, значит, по лесу, и орешки разные кушал с фрикадельками. И он, когда дополз, наконец, ну, до этого немецко-фашистского лагеря, вот, а немцы с собаками ходят и говорят, что это за ползет такой? А он говорит, я волк, я собака. Так, и тут, значит, Ульяна Громова, ну, она же разведчица, она говорит, это моя собака. Я делала на него намордник, значит, на поводок его взяла и увела. И, короче, ну, потом она его выздоровела, потому что там врач-хирург Пироговский был. И он сделал ему операцию, трансплантацию ног и черепа. И, значит, и после того, как он полностью оживился, они долго жили вместе и полюбились. А Сережу Тюленина немцы убили. Все, я побежал. Ну вот и все, уважаемые зрители, подошел к концу очередной выпуск программы «Маски Информ». На сегодня это были все новости, а мы «Маски Шоу». Все, пока! События этого фильма произошли на самом деле. Фамилии и имена героев
изменены. Поэтому любое совпадение прошу считать случайным. Во время съемок не погибло ни одного животного, и тем более артиста. Славная история нашей страны. Как люди не понимают друг друга. Любая попытка как-то сблизиться, она превращается в конфликт. Хочется показать, что все-таки доброта, она спасет мир. А вот это вот драться, вот обижаться друг на друга не стоит. Начали. Приблизительно об этом этот фильм. Очень трудно работать с постановщиком, потому что каждый подходит и говорит, поставь меня вот с той девушкой, а ты меня вот с этой. Да. И обязательно, чтобы они их там что-нибудь. Да, что-нибудь. Да. Серега, слушай, поставь меня вон с той девушкой. У тебя жена здесь, дура. Где? А вот она. О, видел? Видел? Это шоу, оно учит молодое поколение доброте. Понимаете, нужно что-то доброе такое, надо воспитывать молодежь, потому что она сейчас невоспитанная растет. Она просто вот, такие вещи сейчас происходят, просто беспредел творится. Я смотрел передачу, в Москве машина задавила женщину и даже не остановилась. И потом по ней еще 7-8 машин проехали. Ее размазали по асфальту, а мы как-то стараемся передать вот теплое, такое доброе людям. Вот, я даже вот вспомнил стихотворение классика «Меня». Значит, о доброте. Ты явилась, ё-моё, без предупреждения и нарушила моё времяпровождение. Мой нарушила покой демона исчадия, уличив меня с другой в таинстве зачатия. Не кричи, прошу, постой, я её жалею, ведь душою я с тобой, телом, правда, с нею. С нею только моя плоть, но не в этом дело. Возлюбить велел Господь ближнего всецело. С нею телом быть меня заставляла вера. Я в постели выполнял долг миссионера. Выполнял я долг врача, клятву Гиппократию. Человек — это свеча, а все люди — братья. Жизнь как чирка, смерть как пых. Но из всех покойных к лику ангелов святых вознесут достойных. Ты ж восприняла меня, словно паразита, спутав смысл кобеля и космополита. Бисер я в тебя метал, орошал пустыню, а в награду схлопотал башмаком по дыне. По щеке слеза ползла, боль была итогом. Слишком много в людях зла, очень-очень много. Браво! Шапка, пройди, пройди, шапка. Шапка, пройди. Шапка, пройди. Шапка, пройди. Rubble.
is a baby, baby, let's throw it. Musk is water on this earth of sand. Musk is found in the funnest land. From the Soviets, look who came. A chemical truth with a very strange name. Hey, Musk is an Italian name. But in French and German it means the same. Musk is a comedy action. Musk is a life's reflection. But not the left or Marx brothers. They are all the victims of Marx, the others. From the Soviets, look who came. A comical truth with a very strange name. I only bother you, shalala. 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 I only bother you, shal